Привет, и мы продолжаем игру Том за конфетами, и по просьбе подписчиков я сегодня тестирую гавайского Хэнка. Итак, вот так здорово идем и берем энергию, и наш Хэнк скользит по вот на доске серфинга. Удалось нам взять магнитик. Ну что же, просто чудесно. Итак, вперед. Давайте-ка собирать вот эти вкусняшки. И да, удалось взять какой-то особый сундук. Кроме того, друзья, сегодня вас ждет сюрприз. Я буду открывать легендарный сундук и посмотрим, что же интересного в этом сундуке. Итак, пока вперед. Неплохо движемся. Не забывай перепрыгивать препятствия. Вот так чудесно. Вот очень даже неплохо идем. И да, удалось взять особую фишку, благодаря которой наш Хэнк подрастает. Итак, новый рекорд, друзья. И опять же удалось взять энергию, благодаря которой наш Хэнк скользит по доске. Итак, супер, друзья. К сожалению, Хэнк попал в аварию. Теперь очередь Тома. Ну что же, посмотрим, поможет ли наш друг гавайскому Хэнку. Вперед. Продолжаем собирать вкусняшки. Радует, конечно же, сегодня, что удалось вот побить рекорд. Но, к сожалению, и наш Томушка не смог вот здорово пройти. Но здорово, что вот удалось взять этот рекорд. Просто замечательно, друзья. Да, мой рекорд 128 тысяч. Пишите, друзья, в отзывах, в комментариях, какой у вас рекорд в этой игре. А вот и наш новый герой. Привет, я Хэнк. Супер. Ну что же, друзья, открываем карты, кристаллы. И это все здорово. И да, друзья, нам удалось открыть карту «Пляж на закате». Ну что же, сейчас мы ее протестируем, но вначале, как я обещал, мы купим с вами легендарный сундук. Отправляемся домой. Вот, пока мы отправляемся, гавайский Хэнк лопает конфетки. Вот, чудесно, друзья. Итак, давайте-ка посмотрим, где же этот легендарный сундук. Вот он, друзья, стоит 2500 кристалликов, и мы его покупаем. Интересно, что же интересного в этом сундуке? Давайте-ка, друзья, откроем. И это новый компаньон Тучка. Здорово. И да, друзья, вот такой, смотрите, какой няшный, классный компаньон Звездочка. С хвостиком плюс Том полицейский. Ну, замечательно. Отлично, Хэнк. И кто же и еще на что возрастает в уровне. Ну что же, просто чудесно. Плюс 49 кристаллов. Вот просто супер. Итак, друзья, я, конечно же, не могу остановиться. Давайте-ка мы протестируем нового помощника. Кстати, интересно, что же делает Звездочка. Сейчас мы прочитаем. Подгружается. Пока то лопает Том конфеты, мы посмотрим, что же делает помощник Звездочка. Вот с таким вот забавным хвостиком в виде радуги. Подзарядка. Смайлик подзаряжает тебя раз в одну пробежку. А Тучка. Щит. Веселое облачко защищает тебя от препятствий. Ну что же, друзья, все помощники сейчас у меня активированы. Пишите в отзывах, в комментариях, какой помощник лучше выбирать. Кстати, что делает единорог? Случайное усиление. Единорог разбрасывает случайные усиления. А дракоша, драконий огонь, дракон уничтожает препятствия. Вот, супер. Ну что же, друзья, смайлик мне очень понравился. Давайте-ка я пока его выберу и посмотрим, из кого из героев еще есть возможность улучшить. Вот, я видел, там есть кого-то из героев, есть возможность улучшить. Вот, и да, друзья, вот пишите в отзывах, в комментариях, понравился легендарный сундук и стоит еще открывать. И сейчас я покажу, кого из героев еще не хватает. Вот пока у нас открыт только... Вот посмотрим, кто же он у меня открыт. У меня открыт Том. Кстати, мы можем его улучшить за 5000 монеток. Вот здорово. Можем улучшить Анжелочку за 5000 монеток. Супер. Вот просто чудесно. Вот Хэнка пока не хватает карт, нужно собрать. Бена нужно найти в сундуке. Вот Джинджера тоже. И вот Том у нас тоже уже куплен. Давайте-ка я пробегу еще Томом полицейским.
Вот, посмотрим, что у нас дальше. Гавайского Хэнка мы сегодня с вами протестировали. Я его тоже купил. Остальных персонажей постепенно будем выбивать из сундуков. Ну что же, друзья, вперед в пробежку уже с Томом полицейским. Вот и посмотрим, как этот котик пробежит и что из этого получится. Кстати, очень няшно выглядит смайлик-звездочка. И да, давайте-ка, друзья, отправимся в последнюю локацию, ту, которую мы с вами открыли. И надеюсь, удастся побить рекорд. Так, вот этот пляж на закате. Давайте-ка мы сюда с вами отправимся и посмотрим, что из этого получится. Вот неужели сегодня удастся побить двойной рекорд? Если бы да, это было бы неплохо. Итак, вперед-вперед, друзья. Попытаюсь я сразу же справиться. Вот настроиться на игру с надеждой, что у нас все здорово получится. А Том полицейский пока лопает конфеты. Отлично, вперед. Итак, начинается испытание. Вот, вот эта локация. Вот так замечательно выглядит смайлик. Кстати, очень прикольно. Подныривает Том. Удалось взять магнитик. Чудесно, чудесно. И да, друзья, вот она. Вот она энергия. Смотрите, как прикольно. Том полицейский едет на машинке. Удалось вот превратиться в большущего полицейского. Кстати, очень няшно и прикольно он выглядит. Ну, просто-просто чудесно. Вот, понравился мне этот наш Том. Давайте-ка я возьму еще верхние монетки. Вот, отлично. Итак, очередная энергия. И наш Том продолжает. Ох, ничего себе, как забавно, друзья. Вы видели, как прикольно машинка. Том с машинкой перепрыгивает препятствия. Это было что-то. Опять же, Том превращается в большущего полицейского. Собирает вкусняшки и продолжает пробежку. Вот, замечательно. Итак, вперед-вперед. Отлично, есть, да, друзья, опять же энергия, вот, перепрыгивает вот так забавно машинка, вот, препятствия, и мы движемся с вами дальше. Вот, очень забавно и прикольно это все получается. Супер. И да, есть, друзья, опять же удалось мне собрать магнитик, вот, перепрыгиваем всякие препятствия, и очередная энергия, вот, просто-просто чудесно, молодцы разработчики. Вот, перепрыгиваем препятствия, и мне кажется, друзья, еще чуть-чуть, и у нас будет побить рекорд. Кстати, на помощь нашему Тому полицейскому придет кошечка Анжела. Вот, если это будет так, это будет тоже очень чудесно. Вот, ох, как было опасно. Вот, но наш Том полицейский справился. И да, вот, удалось опять же взять ему зелье большого кота. Здорово. На один зеленый сундучок. Вот, отлично. Да, друзья. Вот найден, вот удалось все же побить новый рекорд. Плюс и Анжелочка еще помогает, вот здорово. Неужели удастся собрать какой-то особый сундук? Вот если это будет так, это будет вообще здорово. Отлично, неплохо идем, подныриваем. Есть, да, и Анжелочка волшебница, смотрите, что делает. Вот превращает вот всевозможные предметы. Жаль, быстренько, ай-яй-яй-яй, друзья. Вот, не успел, вот, ничего страшного. Итак, друзья, еще несколько моментов, и да, удалось собрать особый, вот, какой-то бриллиантовый сундук, но, к сожалению, Анжелочка упала. Тем не менее, вот, пробежка мне понравилась, и опять же, новый рекорд. Просто-просто замечательно. Супер. Ну что же, вот такой вот классный сундук. Давайте-ка мы его смотрим, откроем и посмотрим, что здесь. Итак, три карточки для улучшения гавайского Хэнка. Вот карты для улучшения Тома, Анжелы и монетки, что тоже довольно-таки здорово меня обрадовало. Вот просто-просто чудесно. Не хватило вот несколько карт, чтобы улучшить кого-то из героев. Вот, и да, друзья, вот все просто замечательно. Я еще хотел бы протестировать вот помощника Тучку. Итак, друзья, буду ждать от вас отзыва в комментариях, какого персонажа брать для следующей пробежки и какого помощника тоже брать для тестирования. Ну вот сейчас я выберу Тучку, хотя в наличии у меня есть единорог, дракоша, смайлик и Тучка. Вот выберем Тучку.
Вот чудесно. И давайте-ка, друзья, я еще выберу вот кого-то из персонажей, кто еще сегодня не бегал. Вот кто у нас сегодня еще не участвовал в пробежке. Вот из похожих персонажей Том уже бежал. Анжелочка бежала, гавайский Хэнк бежал, Том полицейский бежал. Вот, уже у нас как бы немножко ограничен выбор. Вот, поэтому, надеюсь, кто-то из... вот. Ага, друзья, мы вот этим Хэнком не бежали, мы же сегодня его разблокировали. Хэнка в вот таком вот прикольном костюмчике. Он выпал из легендарного сундука, я просто не обратил внимания, точно. Друзья, вот этот Хэнк у нас сегодня выпал. Вот в этом комбинезоне строителя. Ну что же, чудесно. Вот давайте-ка пробежим. И вот этим Хэнком, смотрите, какой он няшный, милашный. Вот лопает пока конфеты. Вот и давайте-ка для него я тоже выберу какую-то карту, которой мы сегодня еще не бегали. Итак, у нас в наличии куча карт. Я уже, по-моему, открыл. Да, вот 6 карт открыл. Сегодня мы уже с вами бегали, вот, пляж на закате, бегали в летнем спа, а сейчас давайте-ка вот отправимся в зеленый лес. Вот, побежим в этой локации с нашим вот Хэнком-строителем, можно сказать. Ну, пусть будет Хэнком в комбинезоне, вот, мне кажется, тогда же лучше. Вот, возможно, это комбинезон для прогулки. Вот такой вот забавный вариант. Интересно, кто же будет помощником нашему Хэнку? И сейчас мы это увидим. Вот было бы еще здорово, чтобы мы в третий раз побили рекорд. Но это уже маловероятно. Мне кажется, мы и так довольно-таки неплохо с вами. И да, вот на помощь нашему Хэнку в комбинезоне придет Том. Ага, смотрите, как здорово тучка защищает нашего Хэнка. Правда, ненадолго. Ну, возможно, этого хватит. И да, друзья, удалось собрать энергию. Смотрите, что делать вот такими вот кольцами. Разбивает все препятствия. И нашему вот Хэнку удается собрать сундучок. Тоже весьма неплохо меня обрадовало. Так, вперед. Да, вот, друзья, отлично. Опять собрана энергия. Двигаемся дальше с вами. И собираем опять же вкусняшки. Отлично, почему-то тучка уже долго не активируется, ну, возможно, нужно время. Ох, ничего себе, смотрите, какое силовое облако создала тучка. Вот, подныриваю, вот, по-моему, что-то убыстрилось. Тем не менее, вот, ой-ой-ой, что-то сделать не так. Где-то я зацепил нашим центром, но подключился Том полицейский. Смотрите, как здорово он сработал. Вот, заработал кучу вкусняшек. И, ай, друзья, вот, да, вот спасла нашего Тома. Но я, к сожалению, перепрыгнул и не взял энергию, чтобы наш Том полицейский покатался на машинке. Вот, а жаль. А жаль, тем не менее, нам удалось взять зелененький сундучок. Вот, хотя до победы еще очень далеко. Вот, ну, было бы, конечно же, здорово еще взять какой-то вот особый этот желтый сундучок. Так, замечательно, очень здорово. Есть магнитик. Берем более увеличение, и наш Томушка продолжает собирать вкусняшки. Вот так, чудесно, подныриваем. Отлично, куча всевозможных вкусняшек. Подныриваем. Вот так, ой-ой-ой, было опасно, чуть наш Том не свалился. Вот, но пока у нас все здорово получается. Итак, 100 тысяч удалось собрать, пока тучка защищает нашего Тома. Вот еще, ой-ой-ой, так было опасно, и, к сожалению, я не справился с управлением. Ну что же, неплохая победа, конечно, было бы здорово, чтобы был побит рекорд, но как-то пока вот так. Итак, нам удалось, друзья, выбить карту Тома, нам удалось выбить карту Хэнка и плюс еще монетки и кристаллики. Ну что же, неплохо. Вот сегодня, друзья, я уже на этом с вами буду прощаться. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы, комментариях. И да, друзья, у нас какие-то награды. Давайте-ка посмотрим, что же за награды нас ждут. Ага, друзья, предлагают нам собрать всякие
о вкусняшке, но это уже мы будем делать в следующем видео. А пока я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, вот с какими героями вы хотите, чтобы я пробежался в следующем видео. И каких помощников использовал в следующем видео. А пока, всем пока-пока. И чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!